такой матч, матч игровой в плане того, что со «Спартаком» всегда сложно играть. Команда играющая, вот, и чувствуется рука тренера, потому что они, ну, стали играть более кардинально на атаку, и хорошие исполнители. И мы рады, что мы победили, и мы рады, что, уступая в счете, мы все равно переломили. Это говорит о характере, о собранности команды. Единственное, что вот эмоции не должны превалировать. То есть мы забили хорошие мячи, но мы не должны сами себе создавать моменты. Потому что есть одно дело, когда соперник создал ситуацию и создал голевой момент, а другое дело, когда мы сами этому способствуем. Вот над этим, это, я думаю, мы обсудим с командой, потому что так недопустимо. Вот, но в целом молодцы, что держали темп. И естественно, что на искусственном поле во втором тайме немного уже начали подсаживаться ноги. Вот, но, тем не менее, мы рады, что мы выиграли. За счет чего удалось победить сегодня? За счет большого желания, потому что мы ехали выигрывать, потому что до этого у нас не совсем удачные были результаты, так как бы нам хотелось, и ребята это понимали. И вот это желание и характер, нацеленность на победу всей команды, оно и позволило победить. Ну вот единственное, что, о чем я и сказал, что смазались, вот когда это желание, оно должны быть четкие эмоции. Вот немножко поддались эмоциями и допустили ошибки, которые, ну, не должны были допускать.